Перезаливайте, глупцы. Сидели вы, сидели, лоховодили себе потихонечку. Но, как мы знаем, писец подкрадывается. А то, что он подкрадывается, говорит о том, что компания стала публиковать фейковые отзывы. Ну и давайте посмотрим, какие же отзывы есть у первого брокера в СНГ. Доброго времени суток. Меня зовут Дмитрий. Сегодня хотелось бы поговорить о такой брокерской компании, как Mira Markets. Ничего плохого о ней я сказать не могу. Ну и хорошего тоже. Уже более 4 лет они показали себя как стабильный и надежный партнер. Перед регистрацией, правда, запрашивали документы, пришлось немного повозиться, но у всех так. Деньги поступают в течение 2 часов, максимум суток, а это очень быстро. Еще Mira дает возможность заказать персональную карту. То есть вдумайтесь, у вас не будет больше проблем с электронными кошельками. У вас вообще в принципе уже не будет проблем не только с электронными кошельками, а в принципе все, что связано с деньгами. Нет денег, нет проблем. Я использую уровни Fibonacci и свои. Со своими я пока пробую, экспериментирую, не могу их пока никому советовать. Также применяю индикаторы RSI и Sequential, которую применяют для прогноза в долгосрочной перспективе. Недостаток у компании пока я совсем не заметил. Платформа работает всегда бесперебойно и без ошибок. Я уверен, если бы этот трейдер сумел свои уровни как-нибудь назвать, то мы бы имели какие-нибудь не уровни Fibonacci, а уровни Mira Markets или Mira Markets уровень. Или как-нибудь иначе назвать. Сейчас мы начнем смотреть второй видеоотзыв на эту компанию. Надо сказать, что их очень много. Но перед тем, как я включу этот отзыв, пожалуйста, напишите в комментарии, кто считает, что это... Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Насколько ли адекватные действия компании, когда ее начинает кто-либо очернять? Что лучше, решить проблему другого человека или как-то выкладывать фейковые отзывы? Приветствую всех. Пишу этот обзор для тех, кто еще не определился со своим брокером. А для тех, кто не знает, брокер – это посредник между вами и рынком ценных бумаг. Так вот, сегодня вас познакомлю с брокером, с которым я работаю последние 7 месяцев. Компания называется Mira Capital Markets. Не скажу, что брокер там самый лучший, но и не худший. Кстати, про мобильные версии никаких багов, там никаких глюков здесь нету. То есть, ну, лично проверено, у меня все прекрасно работает. Я торговал преимущественно на овернайт позициях, но сейчас вот предпочитаю торговать внутри дня. Ну, что могу сказать, заработать здесь реально можно, если руки из того места растут. За 7 месяцев я вышел примерно на десятку баксов. В общем, брокер нормальный, проверенный, деньги я тоже пытался вводить, все прекрасно работает, поэтому все нормально, брокер отличный, можно брать. Не буду вас томить ожиданием, как вы поняли из отзывов, это успешные трейдеры, которые все-таки согласились за 500 рублей сделать и мне отзыв. Что это я как лох в самом деле? Всякие компашки себе-то отзывы строчат. А я-то что вот сижу, тут ролики какие-то, что-то, курсы какие-то. Нахер мне это надо? Я себе сделал парочку отзывов. Имею право. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Побединский. И я уже более 8 лет являюсь трейдером. На каком-то этапе я понял, что одних моих усилий не хватает. Чтобы заработать капитал, разумеется, мешает дисциплина и постоянно изменяющийся рынок. Сначала я думал, что у меня проблемы в моей стратегии, будем так говорить. Однако, кому бы я ее не показал, все говорили, что она достаточно хорошая. Потом я понял, что виновато банальное отсутствие времени. Ну, невозможно совмещать там работу, семью, там, жизнь, трейдинг. Невозможно соединять работу, семью, жизнь и трейдинг. Я решил диверсифицировать свои риски путем передачи части своего депозита трейдеру. Все, я выбрал трейдера Артема Звездина и его проект «Умный инвестор».
уже через неделю Артем Звездин смог заработать на моем торговом счете 300%. А в конце месяца я вывел со счета около 800% от первоначального вклада. В конце месяца я вывел 800 с первоначального вклада. Благодарю Артема за сотрудничество. Мы с Артемом заработаем еще больше. И передаю ему огромную благодарность. Ну, насколько вы понимаете, если компания прогнила до того, что она публикует фейковые отзывы, которые, стоимость которых 500 рублей, то, я думаю, стоит задуматься, стоит ли в принципе сотрудничать с данной компанией. На самом деле это два актера. Я надеюсь, все поняли, что это не трейдеры, это два актера, которые за 500 рублей смогут прорекламировать все, что угодно. Хоть геморроидальные свечи и жидкость для замачивания своей попы в тазике, как недавно было в трендах Ютуба. Запах здоровой попы без геморроя. Используйте ежедневно Проктохербс, и ваша попа будет мягкая и шелковистая. Не имеет смысла говорить о том, что не доверяете, не имеет смысла говорить в целом об этой компании. Посмотрите лучше обзор, который был посвящен данной компании, со слов, что называется, очевидца или потерпевший. Подписывайтесь на канал, здесь говорят правду. Я решил диверсифицировать свои риски путем передачи части своего депозита трейдеру. Вот я выбрал трейдера Артема Звездина и его проект «Умный инвестор». Через неделю Артем Звездин смог заработать на моем торговом счете 300%. А в конце месяца я...